С вами канал Бывалый Рыбак. Значит, когда мы идем на ночную рыбалку, мы обычно пользуемся разными светлячками, которые ставим на сигнализаторы поклевок, вот, на колокольчики, на донные снасти. Значит, я пользуюсь вот таким вот сигнализатором. И для того, чтобы этот сигнализатор было видно ночью, нужно его оснастить обычно светлячком. Здесь вот есть такие под разный диаметр светлячка есть отверстия. Ну, как бы у меня завалялся один, потому как я уже давно не пользуюсь ими. Вот, значит, такие есть химические палочки, светлячки. Есть они побольше, поменьше. Но как бы это видео не об этом. Я хочу вам рассказать, как я дошел до того, что эти светлячки можно не использовать, а можно использовать другой, как бы такое другое устройство интересное. Значит, мне об этом рассказал один рыбак на рыбалке, когда я подошел к нему и спросил, что это такое у вас интересное светится таким ярко-синим светом. Вот, и он мне рассказал, что есть вот такие вот детские игрушки. Сейчас я вам распакую. Значит, китайский такой вот вертолетик. Вот. Значит, на такой вот рогатке. Значит, он включается вот так вот. Он заправляется на эту резинку. Вот в таком вот виде. И запускается в небо, и когда он как бы взлетает, расправляет свои крылья, опускается вниз, вот, и при этом светится. Детям как бы такая забавная игрушечка. Вот. Ну, и она стоит, кстати, вообще копейки. Значит, что нам нужно от этого вертолетика? Значит, нам нужно непосредственно вот этот блочок и светодиодом. Вот, значит, так как здесь вот достаточно длинная такая пластмасска, значит, ее можно использовать, обрезать. Можно использовать даже не только для сигнализаторов поклевки, а и для других снастей. Например, использовать при ловле щуки, ставя ее на жерлицу. Вот, значит, обрезаем сколько нам нужно этой пластмасски. В данном случае для такого вот сигнализатора я обрезал вот таким вот макаром. Значит, срезал здесь вот это расширение вот возле выключателя. Вот. И здесь обрезал, сколько мне нужно было. Значит, получилось вот такого вот плана. Значит, она как раз хорошо. А, ну, понятное дело, здесь я снял лишнее, чтобы хорошо входило в отверстие. Вот так, значит, плотненько, чтобы входило. Вот у нас получается вот такого вот плана монтажа. Значит, он на самом деле, этот блочок, не сильно такой тяжелый. Он не будет, тут я ощущаете, этот сигнализатор. Ничего такого, как бы он не натягивает сильно леску. Все отлично, уже не первый, как бы, сезон пользуюсь. Значит, что представляет собой этот блочок? Вот я вам сейчас покажу. Значит, хоть и китайский, но сделан довольно-таки качественно, как для такой игрушки. Значит, что здесь есть? Здесь есть светодиод непосредственно и три батареечки. Вот, закрывается такой вот шкатулочкой. Все, в принципе, прилегает неплохо. Вот. И как бы, если батарейки сели, их можно просто заменить. Этот у нас светлячок получается чуть ли не вечный. Потому как, может, знаете, что такие вот светодиоды, они очень долго можно их использовать. Они долговечные, отлично все работает. Еще сделан тоже, я же говорю, что как бы на чудо очень интересно, так и качественно. Потому как этот вертолетик,
он имеет свойство как бы падать на землю, и если он даже будет у вас там удариться об спиннинг либо там об фидер, то ничего с ним не случится, он не разлетится сразу же. Вот. Я же говорю, что не первый уже сезон пользуюсь. Вот, значит, такая вот вещь. Что еще? Как бы здесь вот, если использовать сразу его, как он идет, он обмотан таким вот, такой пленкой. Но она мне показалась как бы не сильно такой прочной. Я взял ее, снял, чтобы вам показать это все дело. Вот, и взял хорошенько изолентой. Это все дело заизолировал. Еще и по бокам сделал такие напуски, чтобы предотвратить еще попадание влаги. Вот, ну, получилось вот такое вот устройство такое. Сейчас я вам покажу, как он светит, чтобы вы убедились, что это интересная вещь. Вот, смотрите. Светит очень хорошо. Можно читать даже газету. Вот, рыбачок. Так что вот такое вот интересное у нас получается устройство. Ну что, ребята, вот и все, что я хотел донести вам. Всем удачных уловов. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем пока.